Сочи, известный теперь уже всему миру курорт, заинтересовал представителей туриндустрии Кувейта. Сегодня во время первой встречи они заявили о том, что готовы организовать чартеры в Сочи и сформировать турпотоки. Для нас, конечно, это интересно, потому что нам очень важно привлекать зарубежных туристов в город Сочи. У нас есть что показать, нам есть где их размещать, нам есть чем, скажем, порадовать. Сергей Юрченко рассказал гостям о том, что Сочи теперь курорт круглогодичный. И можно зимой кататься на лыжах на Красной Поляне, тем более, что представители Кувейта подтвердили, что их молодежь активно ездит на горнолыжные курорты Европы. Но в первую очередь, конечно, их все же интересует летний сезон, когда можно с семьями приезжать на длительный отдых. Наши туристы предпочитают релакс, отдых, осмотреть горы, насладиться видами, может быть, чуть-чуть заняться спортом. Они не предпочитают длительные культурные экскурсии. Больше им нравится путешествовать с семьей, может быть, даже по нескольким странам. Бесспорно, всех интересует чемпионат мира по футболу, который пройдет в нашем городе летом. Болельщики из Кувейта также намерены приехать в Сочи. Впрочем, с делегацией одной из богатейших стран сочинцы уже успели познакомиться во время проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В нем приняли участие 28 представителей этой страны. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.